Ровно 100 лет спустя, после распада империи Габсбургов, эхо тех исторических событий все еще дает о себе знать потомкам когда-то могущественной династии. Карл Габсбург-Лотаринский, правнук последнего императора Австро-Венгрии, попал в суд. Причина – использование фамильной приставки «фон», которую когда-то носили все члены династии Габсбургов. Дело в том, что в 1919 году на фоне революционных потрясений в Австрии был принят закон о роспуске дворянства, который в частности предполагал упразднение всех титулов, указывающих на принадлежность к аристократии. Закон действует и по сей день. Однако нынешний глава дома Габсбургов решил им пренебречь и на своей странице в интернете упорно продолжал добавлять к своему имени приставку «фон». На это обратили внимание, и в результате суд Вены принял решение оштрафовать наследника Великой династии на 70 евро. Точнее, в начале сумма штрафа была более высокой – 260 евро, но во внимание был принят тот факт, что ранее Карл Габсбург-Лотаринский к суду не привлекался, и наказание было смягчено.